Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам всего самого-самого лучшего. Оставайтесь всегда в прекрасной форме, следите за своим питанием и всегда добивайтесь только самых-самых лучших результатов. Хоть скоро и праздники, а мы с вами не расслабляем булочки. Сегодня у нас очередная интенсивная тренировка, и я решила сделать ее на мышцы груди. Прежде чем мы начнем, хочу уяснить один вопрос. Вы не должны путать понятия молочные железы и мышцы груди. Увеличить грудь иначе, как хирургическим путем, увы, невозможно. А вот подтянуть ее и сделать упругой вполне реально. Чем мы и займемся. У какого тренера бы вы ни спросили, одним из самых эффективных упражнений для груди является отжимание. По прошлым роликам мы уже знаем, как нам отжиматься, поэтому сейчас один подход мы делаем 20 раз, мы отжимаемся на коленках, потом мы перерывчик делаем около минуты и отжимаемся на ровных ножках 10 раз. Ну что, поехали? Отдохнули минутку и теперь отжимаемся 10 раз на ровных ножках. Если вы начинаете всерьез заниматься спортом, первый вопрос, который у вас возникает, что мне для этого нужно? Может, какие-то гантельки, может, какие-то скакалочки. Что мне поможет заниматься еще лучше? Первое, что я вам советую, это приобрести вот такой чудесный мячик. Называется он фитбол. Сегодня он нам поможет качать наши грудные мышцы. Также для следующего упражнения нам понадобятся небольшие гантельки. Советую вам большой вес не брать, так как мы хотим накачать наши грудные мышцы, а все-таки не руки. Поэтому можете взять просто-напросто 2 пол-литровые бутылки с водичкой. Итак, ложимся на наш мячик таким образом, чтобы наша голова и плечики были на нем. Попу поднимаем. Коленки у нас становятся в 90 градусов. Берем наши гантельки, поднимаем вверх и разводим. Вверх и разводим. Для следующего упражнения мы остаемся в таком же положении, только теперь мы сгинаем ручки в локтях и просто поднимаем вверх. В следующем упражнении мы берем уже одну гантельку, поднимаем из себя ее над грудью и осторожненько опускаем за голову. Thank you.
завершение нашей тренировочки мы сделаем еще одно упражнение, которое также укрепит мышцы вашей груди. Слаживаем ручки вместе и теперь как можно сильнее их сдавливаем. Чувствуем, как напрягаются мышцы нашей груди. Такими вот пульсирующими движениями. Давим, давим как можно сильнее. Теперь мы сдавливаем наши ладошки и отводим ручки влево, наверх, вправо и опять в центр. Опять влево, наверх, вправо, в центр. Повторяем такой круг 10 раз. Не забываем напрягать наши грудные мышцы. Ну вот и все на сегодня. Отлично вам отпраздновать Новый год. Впереди очень много интересных, интенсивных тренировок для вас. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, становитесь подписчиками на моем паблике ВКонтакте. Встретимся в 2013 году. Пока!